у Дадона все награбленные активы, большая часть сегодня находится в России. Часть, это, ой, мадам, поговорим в другой раз, в Швейцарии, там, где он держит кэш, в швейцарских банках, это отдельная тема. Там. Подождите, на... что значит награбленные активы Игоря Дадона? Мы что, а откуда у Дадона могут быть заработаны миллионы, сейчас мы говорим уже про десятки миллионов долларов, откуда могут быть? У него что есть? Бизнес, он что, получает дивиденды, понимаете? Я, например, ну, простите, мы про его десятки просто... миллионов долларов пока не знаем, они нигде в декларациях не проходят, об этом говорите Наталья, вы. Наталья, послушайте, сегодня Плохотнюк не топит Дадона по одной простой причине, а вдруг как бы, ну, Дадон еще придет и сварят они эту коалицию. Но Дадон из-за того, что часть денег в Европе, а там подъезды, квартиры в Крыму, которые он там понакупал там на сдачу, куча гектар земель по всей России, где после встречи с губернатором он отправляет этого своего. А на кого он покупает? На кого он это покупает? Что, неужели на свои? Всем этим в Москве всем занимается Вадим Чубара. Это один из ближайших людей Дадона, на него, по-моему, Акчент ТВ оформлен, еще что-то, но он много раз фигурировал в разных журналистских расследованиях, да. Это человек, который по Москве оформляет для него земли, квартиры там покупает. То есть и так далее. Секундочку, это очень важно, просто чтобы вы понимали, это серьезная вещь. Вы утверждаете, что молдавского президента Игоря Дадона в Москве, в России есть недвижимость, участки земли, и все это оформлено на человека по имени Чубара, на его советника. Ну, часть, смотрите, вот первые квартиры, например, они там с первых, после выборов в 2014 году, он там что-то стырил какие-то деньги из тех, что у него были на выборы, и вот он, например, там себе, гречаной, Вадиму, ну, в общем, они купили на Юго-Западе там 4 квартиры, тогда оформлял их Вадим Чубар, да? Себе, дальше, гречаной и кому еще? Значит, ну, одну Чубара себе, одну гречану, одну Дадон, четвертая, не помню, кому отошла. Но это полуэлитный дом на юго-западе Москвы. Значит, послушайте, то, что они награбили, мы все вернем. Вот мы сейчас чуть-чуть начинаем не о том говорить. Игорь Дадон вот с этим подбородком, который уже там скоро Горбунцов обгонит, наверное, да, значит... Никуда они не денутся. Я так намекну, чтобы Игорь Дадон понимал, что я дойду и даже денег в Швейцарии. Вот та женщина, Игорь Николаевич, сестра вашего одного московского друга, которая замужем в Швейцарии, которая имеет открытые счета там, где вы держите свои деньги, она мне тоже известна, Игорь Николаевич. Поэтому... Хорошо, господин Усатый, это, как говорится, эти заявления принадлежат вам, но чтобы нам было понятно... Вы утверждаете, что у Игоря Дадона открыты счета в Швейцарии на имя какой-то... Не у Игоря Дадона. От имени, да. Подставных лиц. На подставных лиц. Ну, понятно, никто же открыто не открывает на себя. Да. О каких суммах идет речь в Швейцарии? Наталья, значит, речь идет... Смотрите, я этой темой не занимался последний месяц совсем 8, потому что, ну, на самом деле был занят, был другими вещами. Значит, там миллионы долларов. Я в ближайшее время постараюсь узнать точную цифру. То есть я не готов вам назвать общую цифру, но денег там очень много.